Итак, мы ведем репортаж с забега на пресс-газету «Рабочий край». 1 мая бежит Антонина Михайловна Шилова. Очень ответственный этап. Сейчас мы ее посмотрим. Яна здесь. Пум! Привет. Ну, скажи что-нибудь. Ну, что сейчас будет? Ты бежишь. Как настроение? Чудесно. Синий цвет. Зеленый? Нет, хороший. Все, ладно, хорошо. 32-я! Отлично. 36-я! 36! Вот она, бегония моя. Ну что, солдат, помнишь наш забег с тобой? Ну что скажешь, тяжело было? Очень.